гадания на любовь бесплатно. Предлагается 4 самых популярных гадания на любовь. Бесплатно – это значит в интернете, онлайн. Стоит намного дешевле, а результат одинаковый. Корона любви. Это гадание на любовь. Корона прогнозирует развитие ваших взаимоотношений, раскрывает их подспудные тайные причины. С помощью данного гадания можно узнать о близком человеке и его истинных чувствах. Гадание на любовь. Подумайте о нем, представьте его перед собой, а лучше рядом с собой. И нажимайте на волшебную статуэтку. Полученный ответ дает достаточно достоверную оценку ситуации, а также трезвый и реальный прогноз на будущее. Если есть что сказать, напишите комментарий внизу. Гадание на ромашке. Наверное, самое популярное онлайн-гадание на свете. Начинайте обрывать листики ромашки, как делали это в детстве. Любит, не любит. Как водится, последний лепесток ответит на главный вопрос. Флеш-гадание на любовь. Почему-то одно из самых популярных гаданий. Щелкайте по волшебному шару и читайте предсказания гадалки. Внимание! Каждый другой человек щелкнет по шару в какой-то определенный момент, разный для разных людей. Поэтому гадание на шаре уникально. А если посмотреть по запросам в интернете, то шар предсказаний онлайн – одно из самых часто применяемых гаданий. Подпишитесь на канал Beautifully, и вы не пропустите очередное видео из серии «Самое оригинальное и красивое».